четвертый час лежит в поле. На солнце яростно слепит, чуть-чуть поодаль догорает БМП. Тоска такая, хоть кричи, а наша раса и молчит. И черти, что за мысль в голове, а где-то мальчики, надев баранчики, клиентов у березки поджидают голову, а у меня в прицеле солнечные зайчики, 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 больше ничего. Мы вышли встретить караван, но напоролись на душманы. Духи нам устроили аврал, играем с ними в черт-не-черт, и час за три идет в зачет. О черном кадровик предупреждал, а где-то мальчики по кинозальчикам на вечер отправляются на импортных авто, а у меня в прицеле солнечные зайчики, 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 и больше ничего. А может, так и надо жить? Кому стрелять, кому крутить, кому-то все это показывать в кино, но ощущение ведет, что все известно наперед. Повторяются забытые давно, и эти мальчики по кинозальчикам геройство наше будут наблюдать из темноты и щекотать подружек резвым пальчиком, и целовать зевающие ты и щекотать подружек резвым пальчиком, и целовать зевающие роты.